Ребята, всем привет! Хочу сегодня поделиться с вами рецептом котлет. Котлеты все готовят по-разному. У меня фарш индюшка. Можно любой взять, и говяжий, и свиной. Можно ассорти взять. На ваш вкус любой фарш. Готовятся котлеты очень быстро, очень с простых ингредиентов, всего лишь 3 ингредиента. Но будет маленькая такая деталь, чтобы котлеты вышли очень сочными, вкусными. И я надеюсь, вам этот рецепт пригодится и понравится. Значит, на котлетки нам понадобится фарш. У меня это индюшка, 2 столовых ложки манки и 1 яичко. Также нам нужны приправки. Это соль. У меня вот такая каменная соль. Ну что, приступим готовить котлеты. Добавляем приправы. Соль. Я пользуюсь много приправ. Мне нравится, когда вкус приправ имеется. Потому что сейчас расскажу, какие. Немножко посолить. Очень нравится смесь перцев. Вот такая приправа. Прекрасно к мясу, к птице, к супам. Всем советую. Также копченая паприка. И сухой чеснок. Сухого чеснока, как кто любит, кто хочет поменьше, кто побольше. И тщательно перемешиваем. Сейчас к нашему фаршу добавим секретный ингредиент. Это на кончике ножа, у меня здесь 450 граммов фарша, 1 яйцо, 2 столовых ложки манки. Приправы на ваш вкус. У меня из приправ соль, смесь перцев, сухой чеснок и копченая паприка. Добавляем на немножечко на кончике ложки, вот чуть-чуть соды. И у вас... После этого выйдут очень пышные, вкусные, красивые. Любому мужчине, и мне кажется, мясо это нужно, понравятся котлетки. Вот увидите, всем понравится, и мяско выйдет, фарш такой пышный, красивый. Котлеты все будут в восторге. Попробуйте так сделать, добавить немножечко соды. Котлетки у меня получились. Их сколько? 10 штук вышло. Это 450 грамм фарша. Буду жарить котлеты на оливковом масле холодного отжима. Нам очень нравится органическое. Можно на любом другом, но с оливковым, наверное, они более диетические выходят. Ну что, приступим к жарке.
Ребята, вот такие красивые котлетки получились. Сейчас мы их попробуем с макарошками. Я очень люблю посыпать макарошки сыром пармезан с помидоркой. Вот такой вот сыр. Он уже потертый, легко им хранится в холодильнике очень долго. Надолго хватает и удобно. Вот такое блюдо. Вкусное, аппетитное, сытное, по-домашнему. Получилось. Всем приятного аппетита! Такое вкусное блюдо я уже попробовала, получилось. Котлеты очень мягкие. Прям, ну, пушок. Мне так они нравятся. Вот чуть-чуть добавляю соды и прекрасно. Ой, еще горячий. Котлетка. Прекрасно выглядит. Мягенькая. Ну что? Друзья, это очень вкусно. Они остаются сочными. Очень вкусно. Сочными. При этом соды, кому не может употреблять соду, им услышит. Соды не слышно, немножечко добавляете, ее совершенно не слышно. Но при этом мясо сочное, вкусное, котлеты пышные. Говорят, что нужно отбивать мясо котлеты. Я так делала. Они тогда действительно плотные остаются, не распадаются, но... Если их не трогать, просто фарш перемешать. Я рукой мешаю, конечно же, мою перед этим. Все чисто. И фарш остается настолько нежным, пушистым. Очень вкусно. Блюдо простое. Сразу вспоминается детский садик. Может, какой-то лагерь. Но очень вкусное. Я советую всем попробовать, кто так не пробовал, не добавлял соды. Конечно, котлеты все готовят. Все хозяйки умеют, но с добавлением соды я вот честно узнала только недавно. Так что всем приятного аппетита. Пишите в комментариях, может быть, кто-то знает еще какие-то секреты или хочет, чтобы мы вместе что-то другое приготовили. Я с удовольствием почитаю ваши комментарии. И давайте, приятного аппетита! Спасибо за просмотр! Друзья, кто смотрел предыдущий ролик про распаковку покупок, шопинг, я вам рассказывала вот про такой десерт мы купили. Бренд Strawberry Banana, это клубничка-банан. Это мороженое с фруктами. Давайте вместе посмотрим, на что оно похоже, что у нас внутри. Ох, замерзло. Вот так оно выглядит. Здесь кусочки клубнички, банана и кружочки такие, гранулы мороженого. Вот такой вот десерт. Главное, что он не калорийный. Здесь всего лишь 65 калорий на вот такую баночку. Что я вам могу сказать? В принципе, неплохо. Это мороженое, гранулы мороженое, клубничка и бананчик. Так что, кто не хочет поправляться и хочет похудеть, советую попробовать. Приятного аппетита!